каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Главату вышел, банк РОЛ поставил задачу перед дорожниками не затягивать с проведением аварийно-восстановительных работ на тех участках дорог, которые пострадали из-за продолжительных дождей и подъема уровня воды в реках. Повреждено более 40 объектов на дорогах, в том числе 13 мостов, 6 труб и 2 струенаправляющие дамбы. Сегодня завершены аварийно-восстановительные работы по 23 объектам. Имеется альтернативная автодорога или обеспечен проезд по временной объездной дороге. Дороги по 5 объектам. Проезда нет или проезд только для машин повышенной проходимости по 5 участкам и 2 мостам. Это дорога Чирабажи, Чергакы, 2 моста. Проезда нет на дороге Чергакы, Элдинхем, Сарыксе, Балгазен. 2 участка дороги. Проезд только для машин повышенной проходимости Байхак, Чалкижик, Байхак, Балгазен. Составлены акты комиссионных обследований 8 автомобильных дорог. Заключены 5 государственных контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на дорогах. Подъезд к селам Арыскан, Хандыргей, Кызыл-Мажалык, Аянгаты, Сарыксе-Балгазен, Хандагайты, Мугураксы. В Туве 85 из 103 участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года получили скот, сообщает Тува Медиа Групп. Отставание в передаче животных наблюдается в Тандинском, Улукхемском, Кызыльском и Каахемском районах, сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По информации ведомства, хуже всего дела обстоят в Тандинском районе. Там на 31 июля пока не получили скот все 8 участников проекта нынешнего года. Администрациям районов строго рекомендовано завершить работу по передаче скота участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи» в кратчайшие сроки. Напомним, в 2016 году в Туве было создано 105 крестьянско-фермерских хозяйств, которые получили 21 тысячу овцематок. По итогам первой окотной кампании от общего поголовья получено более 14 тысяч голов приплода. Из них сохранено около 13 тысяч голов приплода. То есть сохранность ягнят составила 90%. В разрезе районов лучших показателей по получению и сохранению приплода достигли 5 муниципалитетов – Мангун-Тайгинский, Эрзинский, Овюрский, Тасхемский и Чаохольский. В Туве полным ходом идет кормозаготовительная кампания. Сейчас в республике собрано более 8500 тонн. По данным Управления сельского хозяйства районов, на 3 августа скошено более 8000 гектаров. Из них убрано 6668 гектаров. Объем заготовленных кормов составляет 4% к плану. Из них сено естественных угодий около 7400 тонн. Сено сеянных трав около 1250 тонн. В среднем по республике урожайность кормовых угодий составляет 13 центнер на гектар, что больше, чем в 2018 году. По республике на заготовку кормов привлечено 260 тракторов, около 240 косилок, 130 граблей и 37 пресс-подборщиков. Кормозаготовительной кампанией заняты около 2000 человек и создано 173 бригады, в том числе бригады из числа безработных граждан сформированы в Чедыхольском, Пейхемском, Тандинском, Дзунхемчикском, Улукхемском и Мангунтайгинском районах. Граждане могут застраховать свое жилье от стихийных бедствий, пожаров, ураганов и наводнений, а также бытовых рисков, если это будет предусмотрено региональной программой 4 способами. Об этом говорится в разъяснениях Министерства финансов России. Во-первых, заключить договор страхования можно будет в офисе у страховой компании. Во-вторых, онлайн, через официальный сайт страховщика. Третий вариант – купить полис у страхового агента или брокера. Четвертый – приобрести страховку вместе с оплатой услуг ЖКХ, если такой пункт будет в платеже. Закон о защите жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа. Регионы теперь должны разработать свои собственные программы страхования. По оценке страховщиков, до конца года пилотные эксперименты
эксперименты могут стартовать в 14 регионах. Гражданам, которые заранее позаботились о покупке полиса, в случае стихии будет возмещаться ущерб, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в данном конкретном регионе. Показатель утверждает Минстрой, и общей площади жилого помещения, а не по социальным нормам, уточнили в Министерстве финансов. Кроме того, владельцы страховки могут получить выплату от страховой компании. Те, кто не заключил договор страхования, смогут рассчитывать только на помощь за счет бюджетных средств. Возмещение при этом будет рассчитываться, исходя из социальных норм. Стартовала операция «Все обучь-2019». По приказу Министерства образования и науки Тувы в республике дан старт операции «Все обучь», цель которой – выявление детей, не приступивших к обучению в школах, и незамедлительное определение их в общеобразовательные учреждения для получения образования соответствующего уровня. Ежегодно эта работа проводится ведомством совместно со службами системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках операции «Все обучь-2019» министерством будет проводиться мониторинг готовности педагогов и учащихся к началу нового учебного года, в том числе по прохождению ими медосмотра, обеспечению учащихся школьной формой и учебниками, организации питания в школах, а также акции «Помоги собраться в школу». Телефоны горячих линий. Операция «Все обучь-2019» 8-394-22-61-84-9. Отдел общего образования Министерства образования и науки. Акция «Помоги собраться в школу» 8-394-22-61-94-9. Отдел дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки. Тем, кто мешает медикам работать, грозит тюрьма. Сегодня вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий современного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников. Теперь размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами – от 3 месяцев до 1 года. К тому же, отдельной статьей устанавливается административная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника. За такое правонарушение установлен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. А если в результате каких-либо действий, мешающих врачам, здоровью пациента причиняется значительный вред или происходит гибель пациента, наступает уже уголовная ответственность. За деяние, повлекшее в результате причинения тяжкого вреда здоровью, установлен штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
Предусмотрено также ограничение свободы на срок до 3 лет или принудительные работы на срок до 2 лет. Еще возможен арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Более суровые наказания, вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, установлены за то же деяние, если оно привело к смерти пациента. В рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» в начале августа при поддержке Министерства культуры Российской Федерации стартовал конкурс на лучший волонтерский проект. Лучшие добровольческие инициативы в сфере культуры получат поддержку в реализации и будут тиражированы по всей России. Конкурс пройдет по 4 номинациям. Социально-культурные и творческие проекты, волонтерские проекты, реализуемые совместно или в учреждениях культуры, проекты в сфере сохранения культурного наследия, проекты, направленные на организацию туристических маршрутов и формирование культурных пространств в населенных пунктах. По итогам лучшие проекты будут отобраны в качестве флагманских инициатив, представляющих каждое направление, и предложены в качестве социальной франшизы регионам России, получат поддержку в реализации, а также смогут привлечь к участию еще больше активистов со всей страны. Лидеры проектов пройдут обучающие программы, в том числе посредством системы наставничества, что позволит им повысить свои компетенции и профессиональные навыки. Этапы проведения конкурса. Заявочный этап с 1 по 20 августа. Заочный этап конкурса. Экспертная оценка проектов с 21 августа по 4 сентября. Подведение итогов конкурса и награждение победителей с 5 по 13 сентября. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам? Такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность без осадков, возможна гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 32, плюс 34 градуса. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.